Активисты, добрый день. У нас еще ничего не закончилось. Вот сейчас идут задержания. Нам надо активизироваться и идти в РУВД, идти туда, куда наших везут сторонников. Давайте будем всех выручать, давайте будем выходить и выручать тех, кого сейчас забирают. Мы можем, нас много, мы можем их освободить, мы можем их поддержать. Мы должны быть все сейчас там, где задерживают людей. Я прошу админов организоваться, понять, в какие РОВД везут наших сторонников, чтобы людей можно было туда направить. Нам нужны объявления. Давайте будем срочно формировать эти объявления и отправлять наших сторонников, выручать наших ребят.